cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 8-м уроке. Мы с вами добрались до 2-го модуля. Начиная с этого урока и последующие уроки будут очень-очень интересные, познавательные, полезные. Мы начинаем с вами изучать уникальные эксклюзивные виджеты. И первый виджет, который я хочу вам показать, это виджет меню. Изначально виджет будет выглядеть вот так вот. Иконочка, все здесь у нас можно менять, цвета менять. И при клике вот такая вот симпатичная анимация выскакивает. Также здесь иконочки, размер, ссылочки на эти иконочки. Все это можно менять. Это меню подойдет очень хорошо для мобильного устройства. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настроечки данного виджета. Виджет я перетаскиваю на холст. И у него... На первый взгляд кажется очень много настроек. Тут даже часть настроек у нас не влезает. Итак, давайте начнем с самого верха. Да? Первое слово icons. All icon here. Здесь у нас ссылка на сервис шрифтовых иконок. Сейчас мы перейдем и посмотрим. Дальше идет icon color. Это у нас идет цвет, выбор цвета для иконки, которая у нас находится вот здесь, на вот этой круглой иконке наверху, в середине, да? И также ниже цвет – это иконка Hover Color, то есть это та же иконка при наведении, на какой цвет хотите сменить. И ниже у нас представлен ряд настроек. Icon Size – это размер для всех иконок. У нас вот здесь, в этой области, можно разместить до 8 ссылок и, значит, до 8 иконок, не считая 9-ю, вот это Main Icon. Это у нас иконка, которая в середине находится. То есть, по сути, это меню, где можно разместить до 8 ссылок. Да? Сначала мы давайте кликаем вот на эту ссылку «Icon All Icons Here». Просто кликаем, и вас перебросит в браузер на специальный сервис иконок. Здесь все очень просто. Вот здесь есть поиск. По-английски можете что-то написать. Например, и тут же вылазят иконки с подобным названием. Я на примере сейчас буду просто брать какие-то иконки. Вот, например, мне понравилась вот эта иконка. Какая иконка вам нужна, вы на нее кликаете. И вот в этой области, у них тут у всех одинаково выглядит, в такой рамочке, вам нужно взять переменную fa обязательно. Ну, в общем, целиком название иконки. Вот как я сейчас выделил, также будем выделять. И прямо отсюда копируем. И давайте сменим иконку для вот этой круглой иконки, которая у нас по умолчанию. Она у нас идет My Icon. Все, что здесь написано, вы удаляете и вставляете вот так. И нажимаете Enter. Сразу идет подгрузка виджета. Если иконка не отображается, значит, я не знаю, в чем дело. Конкретно именно с этой иконкой у нас что-то не так. Не знаю почему, но она у нас не отображается. То есть некоторые иконки бывают не отображаются. Я не знаю, с чем это связано. Давайте попробуем, например, вот эту иконочку. Итак, иконочка разместилась. Видно, что цвет у нее белый. Как раз-таки вот этот выше цвет мы здесь меняем на тот, который нам нужен. Идет подгрузка виджета. Смотрим, цвет поменялся. Icon Hover Color. Я ставлю при наведении на эту иконочку цвет белый. Icon Size. Можете управлять стрелками. Размер для всех иконок. Я ставлю 2. Также смотрите, размер можно управлять всем виджетом. Если мы за крайний маркирок потянем, у нас 258 на 258. Можно вот так вот убавить. 159. Так, 160 давайте сделаем на 160. Вот таким вот образом. То есть можно еще и уменьшить размер. Если, например, у вас в мобильную версию не влазит, то есть, видите, миниатюрненько вот так вот будет вскакивать. По умолчанию у нас иконочки везде Home расположены. Вот, кстати, иконка посередине у нас, вы видите, цвет меняет. По умолчанию такая зеленая, как я хотел. Я сделаю побольше 233 на 233.
И дальше здесь уже, надеюсь, вам понятно. Смотрите, icon 1. Вот здесь вот меняем иконку. Ниже для нее идет URL 1. То есть URL адрес тот, на который вы хотите ссылаться при клике на вот эту иконку, которую вы здесь выберете. Или можно поставить внутренний адрес. То есть если у вас внутренняя страница вашего лендинга, сейчас я вам покажу. Давайте для закрепления информации я возьму какую-нибудь иконочку, например, clock, копирую переменную, захожу внутрь, icon 1 удаляем, вставляем свое. URL как просто вставить на любой адрес, я думаю, здесь уже без проблем вы встанете, но многие у меня спрашивают, как вставить на адрес, то есть на внутреннюю страницу сайта. Сейчас я нахожусь как бы на внутренней странице сайта, но у меня есть вот, например, главная страница, да. Вы у страницы правой кнопкой мыши в контекстное меню заходите в свойства страницы и смотрите, что у вас написано вот здесь, вот где имя файла. Здесь написано, это главная страница index.html. Вот это вам и нужно прописать. То есть, если мы посмотрим на этой странице, свойства страницы, здесь у нас будет demo1.html. То есть я вот скопировал. Сейчас вам покажу, что у меня будет перебрасывать на главную страницу. То есть, значит, иконку мы clock вставили. Вот здесь вот удаляем HTTP. И просто вставляю индекс HTML. Нажимаю Enter. И это уже будет переход на внутреннюю страницу. Чтобы это просмотреть в браузере, вы выбираете предварительный просмотр сайта в браузере. Не страница, а именно сайта. Пункт ниже. По умолчанию у меня главное открывается. Смотрим меню. Вот иконка часов. Я вставил, да? Нажимаю на нее, и вы видите, меня перебросило на главную. То есть вот захожу внутрь и перебрасывает на главную. Давайте еще одну иконку сменим для закрепления информации. Дальше я смысла не вижу тратить ваше время. Дальше вы здесь все заполните сами. Дальше у нас идет icon 2. Давайте выберем какую-нибудь иконочку для icon 2. Я беру сейчас просто произвольные иконки. Так, беру, например, вот эту вот иконочку. Так, иконка 2. Enter. Ну, ссылку уже вешать я не буду. И так далее. Вы здесь заполняете все 8 урлов и 8 иконок. Итак, ниже настройки вам видны до Border Color. Давайте о них поговорим. И потом чуть ниже я сниму экран, чтобы вам показать остальные настройки виджета. Background Color – это цвет вот этой кнопки, которая у нас вот посередине, одна единственная, да? То есть мы кликаем и выбираем какой-то цвет. Цвет изменился, это видно, но он не такой насыщенный, потому что есть у нас здесь еще Background Opacity. Это вот прозрачность для этого цвета. Стрелками вверх-вниз можно управлять. Я эту настройку не трогаю. Border Color – это рамка. У нас видно там белая рамка. Цвет у нее белый. В принципе, белый я оставляю. Border Color – Open. То есть при открытии, если я правильно понимаю, какой делать цвет. Ну, давайте попробуем сделать красный, чтобы видно было, где это будет отображаться. Давайте перейдем в браузер. То есть вот оно, видите? Открылись. И красная она у нас, когда в открытом виде все меню. Так она белая. Так, я здесь поменяю на другой цвет. Итак, экран записи я немного опустил вниз, чтобы вы видели оставшиеся настройки данного виджета. Дальше у нас идет border. Ширина, толщина, точнее, нашей рамки. На этом вот круге, да? Border Radius. То есть, если вы поставите радиус единицы, то кнопка будет квадратная вообще. И ширина, высота у нас самой вот этой кнопки. Она у нас одинаковая. То есть, смотрите, вы, например, делаете 90-90, и она у нас будет большего размера, именно вот эта кнопка сама. А следующие настройки у нас относятся именно к всплывающей части после нажатия мыши, когда у нас появляется такой круг с иконками, да, и ссылками. То есть вот background color этого круга у нас по умолчанию черный.
мы можем сделать его, например, такой темный. Background Opacity – это прозрачность для этого круга. И Border Radius 50. Также, если выставить здесь единица, то она у нас будет не круглая, а квадратная. Давайте посмотрим. Выставляю 1, нажимаю Enter. Смотрим. И видите, она у нас квадратная, да? Но цвет немножко не тот я подобрал. У нас здесь его не видно. Сейчас я быстренько изменю, чтобы вам было лучше это видно. Смотрим. Вот вы видите, да? Она у нас квадратная. То есть тут уже смотрите, как вам больше нравится. Я предпочитаю, чтобы она была круглая, поэтому я возвращаю там 50. И смотрим еще раз. Вот так у нас теперь все хорошо. Итак, данный виджет будет находиться в папке с уроком. И в последующих во всех уроках, там, где будут дополнительные материалы, виджеты и так далее, то есть будет прилагаться именно к каждому уроку материал, который используется в данном уроке. На этом я здесь ставлю паузу, и мы с вами увидимся в следующем уроке.